Друзья, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. Я приглашаю вас в новый влог. Будет всего понемножку. Один день вместе со мной, хотя здесь несколько дней. Спасибо за ваше доверие, за то, что ждете мои видео, за ваши письма в директ. И давайте начнем это видео с распаковки. Я не знаю, как вы, а я очень люблю распаковку. Посмотреть, кто же что-то там интересное заказал. Мне всегда нравится насматривать, возможно, что-то брать на заметку. Итак, мне пришла большая посылка. Я хочу быть наиболее откровенной с вами здесь и на Инстаграм. Это коллаборация с маркой. Марка, которая выпускает спортивную одежду. Также различные добавки, продукты с протеином и так далее. Сейчас я вам все-все покажу и расскажу. И оставлю ссылки на всякий случай в инфобоксе. Возможно, кто-то живет в Европе и может заказать эти продукты. На самом деле, скажу, возможно, не все, потому что такое, что я пробую. Но вот, например, коллаген для ногтей, для волос, для кожи очень мне понравился. Он с витамином С и не только с витамином С. В общем, классная такая хорошая дозировка, упаковка. Я уже начала принимать. Также арахисовая паста. Так, с коллагеном. Я первый раз такое вижу. Буду пробовать добавлять небольшую маленькую ложечку в йогурт. Самое главное не переборщить, потому что арахисовая паста и различные пасты из орехов, они калорийные. Будьте осторожны. Тот, кто следит за мной в Инстаграме, знает, что я в процессе потери веса. И если вы хотите больше знать об этом, то подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылка всегда в инфобоксе. А это такие врап. То есть лаваш, по-русски говоря, со шпинатом, с большой процентностью протеина. На сайте можно выбрать различные виды. У меня их очень любит Саша. Я утром делаю ему бутерброд с нарезкой, с салатом и так далее. Просто разогреваю или в тостере, или на сковородке и заворачиваю ему такой вот бутерброд. Честно скажу, я очень люблю хлеб. Это мой такой триггер. Я стараюсь его меньше употреблять, потому что у меня аллергия идет на глютен. И если я начну есть хлеб, а именно вот такой лаваш, то я не смогу остановиться. Поэтому будем потихоньку. Еще есть вот такие крисполы или хлебцы с семенами чиа. Очень полезные и нужные. Если вы спросите, ем ли я углеводы, сейчас на данный момент я уменьшила углеводы и ем их, употребляю только утром. Кофе, но кофе пришло в зернах, поэтому нужно попросить у свекрови, у нее есть кофемолка, наверное, так, чтобы перемалывать зерна, попрошу и обязательно это сделаю. И еще мне пришли леггинсы. Сейчас каждое утро я занимаюсь спортом, поэтому такая униформа всегда нужна, они черные. Очень интересная ткань, такая пористая. И они не то что подтягивают, но у них форма пятой точки и так далее. Очень интересная, все красиво смотрится. Я не буду показывать на себе, потому что на данный момент у меня еще не та форма, чтобы светиться ей на камеру. Но покажу вам, как это смотрится на модели. Очень классные леггинсы. Уже использовала, носила и мне понравились. Разные также можно заказать вкусняшки протеиновые, низкокалорийные. Если вам захочется что-то сладенького, я взяла вот такой бар. То есть мне можно выбрать в месяц 8 продуктов, и мне присылают их на обзор. Это коллаборация на несколько месяцев, очень удобно. И вот такой брауни с карамелью, очень вкусно. Конечно, нужно быть осторожными. В общем, я благодарю Марку за то, что проконтактировали меня и отослали мне такие классные продукты. Вот показываю название. Прозис. И здесь еще, как бы, наверное, можно их назвать сланцами. Сейчас такая обувь популярная.
на лето, на пляж возле бассейна, даже для того, чтобы заниматься спортом, она классная. Она очень-очень легкая, однотонный такой минималистичный цвет мне понравился. Вот эта штучка, я не поняла, что это такое, наверное, как брелок. Вот посмотрите, шорты спортивные, вот эти тапчули и все. С удовольствием буду использовать. И для спорта, и в бассейн возьму в отпуск, и также в сад выбежать за почтой. То есть такая обувь, она всегда нужна, если она еще качественная. Вы знаете, пластик пластику рознь, она такая как будто немножко бархатная. И это очень приятно, то есть качество чувствуется. Что еще? Все. Наверное, в этой посылке все уже было. Коробку сохраняем. Сохраняем все, что есть в коробке. Так я занимаюсь отправкой посуды. И также продаю на Винтеде много вещей. То мне коробки нужны. Я их сохраняю. Вот такие продукты мне прислали на обзор. Я буду их тестировать и поделюсь обязательно с вами на Инстаграм. Сейчас мы с вами выпьем кофе. И кофе я варю в гейзерной кофеварке, добавляю чуть-чуть растительного или простого молока и померяем с вами леггинсы. Как раз сегодня утром я пойду на свою прогулку-пробежку и попробую их, попробую, как они на мне будут смотреться. Очень классная ткань, резинка. И вы знаете, я заказала в размере M, но можно было в размере S. Я небольшого роста, и можно, в принципе, S было брать. Они достаточно длинные. Видите, у них как будто такая подтяжка на пятой точке. Очень хорошо все смотрится. И сейчас я собралась и иду на пробежку. Пробежка стала, прогулка очень-очень быстрым шагом для меня уже необходимостью. И вот сегодня, на тот момент, когда записываю видео, только вернулись с гольфа, и сегодня мне не удалось погулять, так как утром был дождь, и я чувствую уже вот эту нехватку кислорода, хотя у Саши сегодня были соревнования, мы гуляли именно там, обедали, но этого мне мало. Вот этот спортивный быстрый шаг с утра, он наполняет нас энергией, дает нам чувство свободы, и, конечно, он способствует сбросу лишнего веса. Если вы спросите, сколько я потеряла за месяц, я обо всем об этом рассказываю в Инстаграм, подписывайтесь. И также я показываю на себе мои новые приобретения, новые купальники. Если вам интересно, тоже подписывайтесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за ваши письма. У нас создалась очень приятная компания, и мы с удовольствием общаемся, обмениваемся опытом, даем друг другу советы, а это самое бесценное, что может быть. Прогулки утром – это, конечно, бесподобно, а если еще и хорошая погода, то это тебя наполняет, это как будто дает тебе крылья, тебе весь день хочется творить, у тебя много энергии. В общем, я всем советую, если вы хотите, чтобы ваш день удался, то двигайтесь. Если вам даже не нужно терять лишний вес, просто выходите на прогулку. И если сможете, выходите утром, потому что утренние прогулки, особенно летом, это самое, что ни на есть приятное. Даже если моих нет дома, то я все равно готовлю себе вкусные, полезные и очень простые блюда. Потому что я считаю, что если мы не будем готовить и что-то хватать на ходу, я против различных голодовок, то ни к чему хорошему это не приведет. Не только в плане сброса веса, но и также в плане общего самочувствия, здоровья. Поэтому сейчас я потушу курицу с красным луком. Я очень люблю красный лук, чеснок, все, что касается вот этой истории, для меня это вкусно. Могу добавить перец, могу добавить помидорки черри и просто-напросто куриное филе. Иногда я его мариную заранее в яблочном уксусе, специях, могу добавить белого вина. Как вы знаете, белое вино при жарке оно испаряется, но остается такой вкусный, насыщенный
запах и вкус. И сейчас я просто на сковородке. Меня спрашивают, теряю голос, извините. Что за сковородки? Это сковородки Тефаль. Кое-какие меня не удовлетворяют совершенно, я от них буду избавляться. Кое-какие же на самом деле очень хорошие, антипригарные, и я с удовольствием на них готовлю. Поэтому я готовлю. У нас очень жарко, я пью вот такой чай. Это чай из красных фруктов, здесь различный состав для того, чтобы шел такой дренаж. У меня тенденция у организма задерживать воду, поэтому нужно ее элиминэ, как говорят французы, то есть, чтобы выводить. И сейчас мы приготовим простой, очень простой, совсем чуть-чуть масла на сковородке и поджарим курицу, и овощи, грибы, лук. Это получается вкусно. И небольшой десерт я всегда добавляю, например, йогурт. В основном делаю свое пюре. У меня сейчас много замороженных фруктов было в холодильнике, но так как перед отпуском мы размораживаем холодильники, так как отключаем свет в квартире, нужно доиспользовать все, что есть. Я не люблю выбрасывать, поэтому сейчас пользуюсь тем, что есть. И перед отпуском мне нужно было съездить в несколько магазинов и закупить кое-что. Я взяла вот такие гантели по 2 килограмма для того, чтобы подтягивать области рук. С возрастом, конечно, это очень проблемные зоны, как руки, живот и так далее. Поэтому нужно заниматься. Будьте осторожны, чувствуйте свое тело, смотрите, пробуйте. Взяла вот такой небольшой массажер. Не скажу, что это что-то классное, просто из-за любопытства. И вот такие резинки. Попробую также заниматься. Многие их хвалят. Здесь 3 резинки, и они определяются по различным килограммам. То есть я никогда не тренировалась с такими резиночками. Если у вас есть, то обязательно мне напишите. На Инстаграме мне посоветовали купить петли. Я думаю, что вы знаете, это такие тоже типа резинок, наверное, крепится к стене, и вот такие рукоятки, с которыми можно заниматься. Вот сейчас я показываю вам резиночки, очень хорошее качество. Многие вещи я купила в магазине Action или Action. В Европе это известный магазин, он недорогой, но можно встретить очень интересные и качественные вещи. Много всего для спорта, там есть и добавки, и протеиновые батончики, мои самые любимые куки. Но их, к сожалению, это такие печенья, их, к сожалению, часто не бывает именно в нашем магазине, их очень быстро разбирают, у них классный состав. Если вы посмотрите по программе ЮКА, я до сих пор ей пользуюсь. И вот купила резинки, буду пробовать. Нужно еще найти себе скакалку. Они легкие, их можно брать с собой в отпуск. И в отпуске, да, я буду тренироваться, продолжать мою спортивную рутину. Потому что в спорте самое главное в достижении цели – это дисциплина. Да, это монотонно. Да, возможно, это трудно. Но нужно выработать такое отношение, чтобы вот эта спортивная рутина стала тебе в удовольствие. Тогда все будет. Если не будет рутины, если не будет дисциплины, ничего не получится. Вы обязательно сорветесь, вам надоест, и поэтому я предлагаю вам присоединиться в нашу группу на Инстаграме. Это бесплатная группа, я там ничего не продаю. Мы просто делимся и мотивируем с девочками друг друга и делимся нашими результатами. И вот такой массажер, его я вам не советую покупать. Он такой, знаете, побаловаться. Никакого сильного эффекта от него я не заметила. Все-таки, если будете что-то такое покупать, нужно покупать более солидное, более puissant, то есть мощное. А это так, баловцу. Ну, возьму с собой Саша, попробовал себе сделать массаж. В общем, и у меня бывают такие, как бы сказать, срывы по покупкам, когда я покупаю что-то не очень
такое нужное. Но, к сожалению, с этим я тоже, то есть, к счастью, с этим я тоже борюсь. И я думаю, видите, показываю проблемные зоны, такой вот холодец, который нужно подтягивать. И я буду с этим тоже бороться, я буду более выборочно делать покупки, даже если они не какие-то дорогие, есть эффект, то есть чувствуется, но нужно найти время, нужно проработать зону. И, конечно, я думаю, что с гантелями я также делаю отжимания от стены. И просто мне написали, что самое эффективное упражнение – это вытянуть руки и держать руки вот как, да, крылья птицы, вот так на весу столько, сколько сможешь. Я попробовала, на самом деле, когда крутила обруч, это очень тяжело, но я думаю, что это очень эффективно. Также перед отпуском я решила пойти в парикмахерскую, окрасить корни и подстричься. Показываю вам новую воду газированную, такая не сильная газированная вода от Сан-Пеллегрино с грейпфруктом вкусом. Очень хороший состав, видите, excellent. И я подстриглась достаточно коротко. У меня уже была когда-то такая стрижка. На лето я люблю именно вот такие стрижки. Дверь хлопает, извините, курандер, то есть ветер. И покрасила корни волос. Получилось неплохо. Я люблю, мне легко укладывать такие стрижки. Всегда очень просто. У меня щетка брашинг круглая. Я просто высушиваю феном и прокручиваю щеткой. Получается объем, смотрится это хорошо. И в следующий раз я уже пойду в Италию, там меня покрасят и подстригут. В прошлом году мне очень понравилось, как мне сделали стрижку и покраску в Италии. Но если вы будете со мной, то увидите. И у меня новый продукт от Rock. Это известная марка, ее можно найти в фармасии, парафармасии, в аптеке, парааптеке. И это для декольте и для тех участков руки, коленки, там, где кожа, как бы сказать, сжимается, съеживается. И называется это дефруассер крем, то есть для того, чтобы расправить. Мне нужно для декольте было и для шеи. У меня есть, как это называется, по-моему, кольца Венеры. Я знаю, что они у меня от того, что я сплю очень-очень высоко. Я люблю высокие подушки. Да, я прекрасно понимаю, что это вредно. Но ничего поделать с собой не могу. Мне нравится именно так спать. И в других позах мне некомфортно. В общем, я купила этот крем. Он такой насыщенный, густая текстура. Стоит он, вы можете его заказать на сайте, 35 евро около этого. Хватит его надолго. Я вот каждое утро и каждый вечер осторожно массирую область декольте и область шеи. Будьте осторожны. Спасибо, кто заботится, кто пишет, что нужно делать очень осторожно массаж, потому что щитовидка. Я с вами согласна. Вообще к коже нужно относиться очень деликатно, потому что она тонкая, чтобы ее не растянуть. И вот как раз новый шоколадный купальник, который я показываю на Instagram. Обязательно заглядывайте. Я там все покажу. И у меня против желтизны волос после окраски может быть желтый оттенок, поэтому с ним нужно бороться у блондинок. Мне выслали новую гамму от французского, испанского, по-моему, бренда. Я вам показывала распаковку, и вот сейчас как раз эта гамма мне пригодится. Будьте осторожны с фиолетовым шампунем, он сушит волосы, поэтому я взяла натуральный, он очень-очень мягкий, и буду им пользоваться несколько раз в неделю, то есть не больше двух раз. Здесь идет шампунь и также сыворотка, которую наносишь на помытые волосы, ее не нужно смывать. Буду пробовать, тестировать, с удовольствием с вами поделюсь. И здесь, и на Инстаграме, это коллаборация для Инстаграм. А сейчас мы с вами отправляемся на гольф. У нас суббота, соревнования, и это последний урок у Саши. Также мы пригласили Мишель, Адет. Они завтра, в понедельник, отправляются в путешествие, в Италию уезжают. Мы через 2 недели. И также пришел крестный с двумя мальчиками, чтобы поддержать Сашу.
Мы очень хорошо пообедали, вкусный ресторан, и в ресторане можно правильно и вкусно питаться. Французские рестораны, французская кухня, она самая вкусная. И я взяла гаспачо из красных помидор и болгарского перца. Обожаю этот холодный суп. И также белая рыба, это треска, на таком ковре из куржет. Это кабачки, овощи. Было очень вкусно, совершенно не жирно. Видите, я выбрала те такие блюда, которые мне по вкусу и в то же время не очень калорийные. И у меня была фисель, это как такой густой достаточно йогурт, и ягоды, отжим, да, или свежие ягоды, просто миксированные. В общем, вкусно, полезно. Затем мы пошли гулять, поддерживать Сашу, и они хорошо посоревновались, где-то было лучше, где-то было хуже, но самое главное, мне кажется, это участие. Сегодня был не жаркий день, прохладный ветерок, это очень-очень приятно. Мы практически целый день провели на природе, и затем, конечно же, было небольшое такое вручение дипломов, подарков. Также нужно было сделать запись на следующий год. Саша будет продолжать заниматься гольфом. Он уже тренируется в течение 3 лет. Ему очень нравится. Папа и его крестный также занимаются гольфом. А когда я приехала домой, меня ждала посылка. Я заказала себе крем на Amazon. Это тональный крем с SPF 42 от Миши. Это корейская марка, но я ошиблась, я не увидела, что это маленькая travel-версия. У меня уже когда-то был этот крем, мне он очень нравился, здесь хороший SPF. Буду пользоваться, вам обязательно покажу. И, к сожалению, вот такой сюрприз, что всего 30 мл. Я думала, что это не посмотрела, невнимательная была, что это не полная версия. Кто пользуется, напишите. У меня, по-моему, в номере 23, если не ошибаюсь. Это такой универсальный тон. Я знаю, что многие его любят. И он хорошо перекрывает, хорошо защищает. Вот такое видео у меня получилось. Я надеюсь, что увидимся очень скоро. Я вас всех крепко обнимаю, целую. Приглашаю на мой Инстаграм, мой бутик «Винтаж из Парижа». Он работает, действует. И всем пока-пока!